любопыт, это новый ролик по игре Mr. Meat. Здесь недавно в ней вышло обновление, просто у меня все никак не было времени снять видео про него, посмотреть, что же там такого нового появилось. Итак, прибавлю звук, во-первых, на телефоне. Так, ладно. Итак, что у нас там нового? Прежде всего, изменили дизайн, во-первых, всего интерфейса игры. Вон видно, это уже по менюшке. Это раз. Потом, как вы слышите, уже новая музыка здесь в менюшке. Уже другая. Не та, которая раньше. Следующее обновление. Добавили новую локацию. Написано «Бункер и лаборатория». Вот интересно, что это за локация такая. Надо будет обязательно посмотреть. Дальше. Новая концовка Game Over. Но это уже будем ее смотреть в следующий раз. Еще. Тут теперь Амелия, вот та самая девушка, которую мы должны спасти, выглядит по-другому. Дальше. Можно теперь еще пропустить интро. Ну, как в «Монашке». Это хорошо, потому что надоедает иногда его смотреть, это интро. Ну и еще, там были еще новые загадки. Вот так, что-то вроде того, был. Новые загадки, да. Ну и другие незначительные улучшения. Да, вон тут теперь Амелия как выглядит. Вот, пару недель назад она устроилась на стажировку в компанию Mr. Meat, с тех пор о ней нет никаких новостей. Вот уже можно пропустить интро как раз. Сложность я, наверное, поставлю призрак. Мы ж будем чисто проверять, что там новенького. Так что хватит и призрачной сложности. Ну, как всегда, есть три ночи. Так, вон, видите? Иконки кнопок поменялись. Поменялись иконки кнопок. Ну, а чё, выглядит прикольно. Так. Идем в подвал. Так, там у нас паяльная лампа, ее надо сострелить. Так, здесь ключа нету. Пусто. Грабаш мне взад пока выброшу. О, кусачки. Ух ты. А я не сразу заметил. А где калитка-то? Зашибись, выйти не могу, хоть нет калитки. Прикольненько. Так. Перережем провода. А кусачки подбросим вот тут. Та-да-дам, та-да-дам. Для начала как следует первый этаж осмотрим. Ух ты, ключ от машины. Ну, вряд ли понадобится, потому что там ничего особенного нету. Там всегда ключ от одного из замков на главной двери находится. О, зеленый ключ. Но подождем. Где, интересно, находится этот бункер? Ой. А почему я не могу их открывать? Почему я вот эти вот не могу открыть? Можно же их было открыть. Это баг? Или так поменяли? Потому что раньше они открывались. Странно. Очень странно. Зачем, интересно? Вроде и так нормально было. Так, что у нас тут? О, молоток. Он мне как раз нужен. Стоять. Посмотрим, что еще у нас здесь. Может, что лежит. Да. Щипцы мне тоже нужны. Но сначала молоток. Разбиваем стекло, у нас тут бамбуковая трубка. Так, ни хрена. Mr. Meat у нас здесь. О, кот. Ну, давайте уж я его использую. Хотя я, ну, хотя... Может, все-таки Амелию спасти. Красный ключ. Выброшу.
Ну давайте все-таки спасем Амелию. Посмотрим на нее, на саму. Так. А что у нас здесь? Короче, здесь я пока что нигде не вижу ни намека о новой локации. Хотя я кое-где еще не проверял. Так, берем щипцы. Убираем доски. Вылезаем на крышу. Так, во-первых, залезем в это окошко. Ну, здесь все по-старому. Ничего нового. Значит, лезем на сарай. Тут у нас, как всегда, перчатка и патроны. Понятно. Нового ничего нету. Значит, наверное, этот бункер, скорее всего, вон там, где мистер Мид держит Хрюнделя. Идем за ключом. Открываем дверь. Ключ выбрасываем. Так. Ой! Это еще что за... Дверь заделана двумя досками. А где все остальные замки? Где замки-то все остальные? А, я понял. Кажется, это дверь в бункер. И Амелия, мне кажется, теперь в бункере заперта. А не сразу за этой дверью. Стоять. Тьфу ты, дебил я. Это ж кусачки. Мне ж нужны щипцы. Ну, Хрюндель. Про Хрюнделя ничего не было написано. Значит, Хрюндель остался, я думаю, таким, как был. Ух ты. Ну-ка. Ой, тут еще провод надо перерезать. Так. Нифига себе. Все, Амели тут нет, я был прав. Значит, это вход в бункер. Перерезали. Так. Ой. Что за звук? Странный звук в этом бункере. Ух ты! Класс! Так, а что в этой комнате? Просто кровать и раковина какая-то кровавая. Ну, здесь ничего интересного нету. О, а вот и дверь с Амелией. Вот она. Вон она лежит. Ой, а эта дверь, видать, в лабораторию. Как мне ее открыть? А это что? Это датчик температуры? А, я понял, кажется, что надо с ним сделать. Мне кажется, надо его нагреть паяльной лампой, и тогда откроется лаборатория. Погнали за паяльной лампой. Только ее сначала надо сострелить. Стоять. Ого. Колодец теперь какой-то широкий стал, что ли. А, не обращайте внимания, это у меня там телефон садится. Я его поставлю на зарядку. Короче, колодец... На колодце как-то доски раздвинули. Зачем, интересно? Так, вот моя бамбуковая трубочка. Идем в подвал. Так, вот. Что за... Чё за дичь? Почему не упало? Ладно, попытка номер два. Сейчас еще раз постараюсь. Надеюсь, в этот раз сострелю. Огонь. Чё за... Как? Да что тут происходит-то вообще? Что тут вообще, блин,
происходит, а? Так, блин, я надеюсь, что паяльная лампа не взорвется от дробовика. А то если я сейчас просру последний дротик, то мне больше уже нечем будет состреливать. Ну-ка. Да вот же он, блин. Ну я его не заметил. Слепой, блин. Наконец-то. Вот она, моя паяльная лампа. Сейчас мы посмотрим, чем там мистер Мид занимается в своей лаборатории. Зомбиков, что ли, выращивает? Или еще что-нибудь делает. Ну, явно, что ничего хорошего. Да, датчик температуры вон тут. Итак, сейчас мы его нагреем. Так. О! Открылась. Сигнализация. Да, блин. Блин, тупая сирена. Фу. Нельзя ли как-то отключить эту сирену? На мозги давит. О, все, я отошел. О. Так, что это тут? Устройство сердца и органов. Что тут еще? Ёбаный в рот. Да, бурную жизнь тут ведет этот мясник. Да он кто, блин, мясник или этот, ученый какой-то? Бля, сколько у него тут органов в банках. Тошнотворное зрелище. Капельница какая-то. Еще органы. Еще сколько тут органов. А это что, устройство черепа? Непонятно только. Какие-то приборы. Котел. С лавой. А, я думаю, в нем можно сдохнуть. Капсулы какие. О! Свин? Ну, блин, или свинья. Необычная какая-то свинья. Блин, смотрите, у нее какой-то ботинок. Браслет еще, обрывки одежды. Бля, мне кажется, я знаю, что он здесь делает. Он превращает людей в свиней, а потом всех на мясо. Наверное, Хрюндель — это его 13-е творение, если там 13-й номер. Он же здесь разбита одна капсула. Думаю, Хрюнделя своего он выращивал именно здесь. Твою мать, что он тут делает? Дверь эта не открывается? Жалко. А, или она заперта на ключ? По крайней мере, я не знаю, где искать этот ключ. Все равно. Ладно, может, в следующий раз я ее открою. Ни хрена себе, прикольное обновление. Ну ладно, давайте теперь Амелию спасем и свалим из этого жуткого места. Да, блин. Вот тебе и на. И какая же теперь концовка будет новая, если я просру? Ой, даже представить страшно. Так, сейчас откроем пока красным ключом. Теперь идем за синим. Я знаю, где он лежит в том бруске, а брусок в машине. Так что сначала надо открыть машину. Ключ у нас тут был под коробкой из-под пиццы. Открываем багажник, берем брусок, вставляем его в тиски. Бабах! Вот и ключ. Блин, я раньше думал, он просто тупо забивает людей на мясо, как и в свинину мясник, а теперь он еще и какие-то эксперименты проводит.
пиздец просто. Ну все, остается только круглый ключ. Только возьму сейчас перчатку из сарая, а то без перчатки его не возьмешь. Вот она. Поднимаемся наверх и достаем его из ванны с кислотой. Амелия, сейчас я тебя освобожу. Так, открыли, и вот она. Сегодня ты не станешь жертвой экспериментов. Все. Мы уходим. Ну, я, как всегда, уехал. Мистер Мит сейчас будет ругаться. Ну и рожа. А, блин. Ну все. Ну ладно, на этом ролик подходит к концу. В следующий раз мы попробуем, наверное, сдохнуть необходимое количество раз и посмотреть на новую концовку. Посмотрим, что за концовка будет. Ну а на этом все. До свидания.